Экскурсии по городам, походы в театры и музеи организуют для сотрудников образовательных учреждений несколько раз в месяц. Каждый может найти мероприятие по вкусу. Поездка на форум «Россия» была организована при поддержке администрации Ленинского городского округа и управления образования. Экскурсии всегда планируются самые интересные, актуальные. Вот, в частности, мы сейчас на ВДНХ едем. Я, например, очень рада. Я туда хотела давно поехать. Данную выставку посещают не только сотрудники образовательных организаций и администрации Ленинского городского округа, а также еще и дети образовательных организаций города Видного. В форуме «Россия» приняли участие 89 регионов, компании и общественные организации. Каждую группу сопровождал экскурсовод. Путешествие по выставке началось с павильона «Первый в России. Стране возможностей», посвященного организации «Движение первых». Когда-то он символизировал весь Советский Союз, а на этой выставке он отведен под «Движение первых». И вообще молодежи на выставке «России» отведено особое место. Основная экспозиция региона России посвящена субъектам Российской Федерации. Группа оказалась на полуострове Камчатка и погрузилась в жерло вулкана. На экспозиции множество интерактивных локаций. В Свердловской области в игровой форме можно было увидеть открытия в бизнесе, науке и технике. Взгляд в будущее, девочки, нажала. В Калининградской области исполнялись песни на народных инструментах. Орловская область – литературная столица России. На протяжении всего форума здесь были представлены разные жанры фольклора. Расскажите, почему вы в костюме куклы, какую область представляете? Я представляю Орловскую область. Целую неделю здесь работает Орловский театр кукол, поэтому у нас здесь мир сказок. Интересной задумкой выставки стали интерактивные пространства, где каждый смог прогуляться по одной из представленных областей. А в Тульской области мы можем побывать в настоящем интерактивном пространстве, которое позволяет погулять по городу Тула. Каждый остался под впечатлением от выставки и почерпнул для себя что-то новое. А мои впечатления об этой выставке сложились у меня поэтические строки. Мы на форуме «Россия» побывали дружно. Очень, очень здесь красиво. Побывать здесь нужно. Большое спасибо нашей администрации за оказанную возможность очутиться на этой выставке. Выставка действительно замечательная, раскрывает, дает познать много нового. Педагоги отметили ценность полученных знаний об уникальности каждого региона нашей страны. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.